Привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Дим, как семейный канал называется? Хорошо. Хорошо называется? А как называется-то? Baby Go. Baby Go. И сегодня у нас опять игры на планшете. И в преддвериях, точнее в кинотеатрах сейчас идут трансформеры. Мы тоже решили не отставать от всех. И поставили на планшет игру трансформеры. Про роботов больших, железных. Где? Вот, сейчас мы ее запустим, попробуем тоже поиграть. Ну что, поехали, нажимаем на трансформер, тут робот нарисован. Так, боевая уловка. Старайтесь активировать свою спецатаку сразу после нанесения успешной легкой или средней атаки. Запомнили? Так, я Оптимус Прайм, предводитель автоботов. Этот день важный веха в истории нашей дружбы с землянами. Для продолжения коснитесь экрана. Силы обороны Земли предложили в помощь лучшую группу под командой Марисы Фейерборн, верного друга автоботов. Вместе мы нашли способ вернуть к жизни нашу родную планету Кибертрон. Коснись на экранчик. Продолжай. Там робот и тетя, да? Да. Нажимай на экран. Так. Пришло время воплотить наши планы в реальность и отправиться в долгий путь домой. Нажимай на экран. Куда? Ну сюда. Оптимус, сейчас мы пересекаем туманность Сешенса. Получены какие-то странные показания. Телетрон, докладывай. Продолжай. Куда? Нажимай на экран. Так. Внимание! Зона искривленного пространства, уклоняющееся маневрирование. Поехали дальше. Так, это они маневрируют. Корабль подбит. Телетрон, можешь определить наше местоположение? Ответ отрицательный. Сканирование не выявило ни одной известной планеты. Продолжаем. Нажимай. Все больше вопросов и никаких ответов. Возможно... Что у нас возможно? Внимание! Обнаружен приближающийся десептикон. Нажимай. Куда? Так. Десептикон летит. Бежать некуда, Прайм. Время умирать. Так, сейчас, видимо, будем сражаться с десептиконом. Нажимай на экран. Значит, тут есть лайфхаки написанные. Получайте золото, размещая ботов на обороне базы. Не забудьте его запросить. Золото надо запросить, да? Да. Так, сейчас опять что-то будет. Что-то будет, что-то правильно. Так, это мы с тобой. Десептикон прилетел. Лучше всего играть двумя руками. Так, легкая атака. Коситесь справа. Так. Ваш противник применяет блокировку. Используйте свою альфа-форму, чтобы прорвать блокировку тяжелой атакой. Так. Давай, удерживай справа. И сюда нажимай. Хорошо. Опа! Ого, видел, грузовик стал. Оптимус грузовик. Теперь используйте все полученные навыки, чтобы побороть Старскрим. Ага! Старскрим, старый давний знакомый истребитель. Нажимай на экран. Ну, сейчас будем. Готов? Да. Сейчас папа победит. Ага! Ух ты, ну и стрелять еще умеет. Сейчас мы его расстреляем. Мы накопили достаточно силы для убойной спецатаки. Для продолжения нажмите конец экрана. Так, ну что, нажимай на спецатаку. Ух ты! Бам! Наш мега-грузовик что-то делает. Ого! Нокаут, Диня! Мы wins! Мы с тобой победили. Так. Оптимус Прайм. Старскрим здесь? Боюсь, что другие десептиконы точно явятся. Но где мы? Давай посмотрим. Да. Мариса Фейерборн. Координаты этой планеты не внесены в базу данных Телетрона. Тем не менее, грозящая опасность очевидна. Лучше здесь не задерживаться. Продолжай. Нажимай на продолжить. Так. Поблизости обнаружены два противника. Вычисление оптимальных путей для текущей миссии. Да. Получение необходимых данных.
Друзья, мы прошли только одного десептикона. Эта игра невозможно долго грузится. Мы уже сидим сколько? Минут 15, да? Попробовали несколько устройств, и планшеты, и телефоны. Это какой-то кошмар. Если у вас есть терпение, то играйте в эту игру. У нас терпение закончилось. И я думаю, что мы ее проходить все-таки не будем, да, Дим? Поэтому пишите в комментариях те игры, которые вам интересно было посмотреть. А трансформеры мы отложим на потом. Ну а на сегодня все, друзья. Ставьте нам пальчики вверх, пишите комментарии. Ну и, как я сказал, рекомендуйте те игры, которые действительно интересные, нормально грузятся. Ну и к тому же, у которых есть какая-то польза, наверное. Трансформеры — это обычный файтинг. До новых встреч, друзья! Пока-пока!